Оп! Так, что здесь есть? О, еда богов! Паштет! Теперь нам надо хлебушек! Хаюшки, ребят, с вами Валер, и да, насчет бога, вот вам спойлер. А где это Кирич? Я купил себе лицуху Wallpaper Engine всего-то за $2.70. Смешные деньги для студента. Но если честно, то разница между лицензией и пираткой очень большая. Как вы сами видите, даже HUD поменялся. Новые кнопки добавили всякие: скачать, подписка, отписка. Создать обои я теперь могу, ребят, вообще налегке. Вот, как вы сами видите, лента моя, вот, блин, показывает обои, которые мне рекомендуют. Разные, начиная от аниме, там, и заканчивая всякими звездами и транспортом, как здесь у меня есть. И, ну и далее, в принципе, есть мастерская, в которой есть разные обои, не только которые рекомендуют. У меня фильтр стоит аниме, поэтому вы сейчас видите только аниме. Как же установить? Нажимаем на любую, потом нажимаем скачать. Вы автоматически подписываетесь, ну, вы знаете, чтобы скачать на Steam какой-то доп. Контент, нужно подписаться на автора мастерской. Вы считаете, здесь нажимаете скачать, он вам скачивает, подписывается автоматически на этого чувака, и вам, считайте, Steam докачивает и сам Wallpaper, обои, которые вам надо. Так, сейчас посмотрим, скачались ли они, потому что они не факт, что установились. Ну, как сами вы видите, это все мои обои. Идем далее, еще какие-то можно даже скачать. Ну, тут вообще нет лимитов. Steam даже вам даст уведомление, что типа вы молодцы, достижение дать, что, например, там 100, 200 там, и так далее. Ну, бывает, что не подгружаются картинки, но это может из-за компа. Бывает, что некоторые обои лагают, ну, 4К расширение, у меня всего-то 1366 на 768 расширение, 16 на 9. 4К у меня подлагивает сам комп, потому что, ну, он слабенький без видеокарты. Поэтому вот такие вот пироги. Но обои, которые у меня лагали на пиратке, сейчас почти, ну, почти не лагают на лицухе. Там буквально тогда выдавало 10 FPS на пиратке, а здесь в районе 40. Ну, нету 60, но где-то 40. Ну, уже не лагает, уже круто, знаете. Вот такие вот пирожки. Вообще не жалею, что потратил эту денежку. Работает обои вообще хорошо, скачивается все круто. 80 гривен, это примерно, ну, умножьте на тройку, сколько это будет. Короче, я рекомендую вам, ребятки, покупайте. Ну, а сейчас, блин, все, что я хотел сказать вам, я все сказал. Теперь вам удачи, пока. Ну и до новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки и колокольчик нажимайте. Не забывайте. С вами был Вайер, и пока-пока.